Зачем будоражить грядущее, размышлял ученый, глядя на действующую модель машины времени, только что вернувшуюся оттуда. Та, лежа на полу, издавала омерзительное зловоние. Или побудоражить, колебался он, закрывая лицо надушенным носовым платком. Машина времени, читая его мысли, отрицательно качала головой. Будущее тем временем наступало само по себе, независимо от них, и они все дальше уходили в прошлое, закрывая лицо надушенным носовым платком. Встречая там самого себя, ученый радовался и угощал его розовыми конфетками в серебряной обертке с изображением машины времени в натуральную величину.